Они прожили вместе почти полвека. Пары, которые выходят на сцену, точно знают, как сохранить любовь на долгие годы. Нужно как-то больше решать вопросы путем не так, как некоторые вот обиделись и не разговаривают, а решать за столом переговоров. И тогда все будет нормально. Я просто думаю, надо уважать друг друга. Ну и думать о детях, обо всем об этом. Какой совет? Совет да любовь. Сегодня в советском районе Самары отмечают День семьи, любви и верности. Праздновать его вместе с жителями в районе уже традиция. Каждый из приглашенных получает благодарность и подарки. Мы пригласили семейные пары, которые прожили в браке долгое время. Семейные пары у нас с наших промышленных предприятий. Они прожили долгую жизнь, воспитали детей, внуков в согласии, в мире, в любви, в верности. А это все те ценности, которые они важны для всех. Для гостей сделали фотозону, где можно сфотографироваться всей семьей. На концерте выступали танцевальные коллективы. Валерия Макаров, Станислав Левин, «События».